за хотел. Знаете, у нас сегодня с 2 часов семинар по финансам. И днес библейский курс. Имаме библейский курс за финансы. По финансовому процветанию. То есть ты будешь за финансовым. Я хочу сказать, что у нас не будет проблем с финансами. Няма да имаме проблемы с финансами. Когда у нас будет хорошая пропускная способность. Когда имаме хубаво пропускувателна способность. Не когда мы Бог дай мне. Когда казвам Бог дай на мен. А когда у нас будет сердце широкое взять. А когда имаме такого широкого сердце, чем можем да вземем. И Бог говорит, отдай этому. И так Бог казва, пусти на эти дай дела. Дай на този человек. Пусти на эти дела. На тези дела да уйти, да и ти просто даваш тези пари. Поэтому в 2 часа мы поговорим об этом более подробно. В 2 часа ще говорим по-подробно за това. Там очень вкусный у нас сегодня просто эксклюзив. Имаме эксклюзив. На кухне. Эксклюзивная храна днес на кухне. Несколько воскресений подряд очень хвалили Наталью, как она вкусно готовила и творожники. Вся да? Неделя поред да. Се хвалят Наталья, чем много вкусно приготовила. Я думаю, что, наверное, все ее благословляли. Храна. Поэтому сегодня я просто подсмотрела, что они там делают. А спогледнах, как ты правят днес? Да просто что-то. Поэтому молитесь за тех, кто вас кормит. Молите се за тези, които ви хранят. Духовно, физически. Духовно, физически. Вот, и давайте мы помолимся за наши финансы. Нека се помолим за наши финансы. Дорогой Господь, скъпи, отец, я благодарю Тебя. Нет, можно не переводить. Да, я благодарю Тебя за то, что Ты нам даешь все самое необходимое. И я прошу Тебя даже также, Господь, расширяй наши сердца для того, чтобы мы могли помогать людям, для того, чтобы мы могли благословлять, Боже, для того, чтобы мы могли, Господь, просто изменять этот